На специальном полигоне в городе Волжском проведена процедура уничтожения игровых аппаратов и покерных столов, которые сотрудники полиции управления МВД России по городу Волжскому изъяли в ходе проведенных мероприятий по пресечению нелегальной игорной деятельности. 10 игровых терминалов и 4 покерных стола подверглись механической деформации с помощью специальной техники, которая исключает их повторное использование. Уничтожение игрового оборудования осуществлялось поверенной организацией в присутствии представителей Главного управления МВД России по Волгоградской области, Территориального управления Росимущества по Волгоградской области и прокуратуры. Судами было вынесено решение о конфискации нелегального оборудования и его уничтожении. Организаторы незаконной игорной деятельности установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности.